Повысить производительность труда в 1,5 раза. Такой указ был издан в 2012 году президентом России Владимиром Путиным. Поэтому проблеме низкой производительности в регионах уделяется особое внимание. Какие меры надо предпринять для улучшения системы подготовки кадров, обсуждали на прошедшем совещании профильной комиссии. Мы можем, законодательство нам позволяет, разработать закон в Ульяновской области о мотивации организаций к участию в подготовке высококвалифицированных рабочих кадров. У нас достаточно серьезные организации, и профессиональные, среднепрофессиональные, высшее профессиональное образование, которые готовят нам достаточно хорошего уровня кадров. Но вот, что называется, мы пока не очень видим активное участие хозяйствующих субъектов. А чтобы привлечь хозяйствующие субъекты, решено разработать специальный комплекс мер стимулирования организаций в виде денежных преференций. Для субъектов малого бизнеса это 50% от общей стоимости, для субъектов среднего и крупного бизнеса не более 30%. Предприятиям будут предоставлены и налоговые льготы в случае, если они будут участвовать в развитии материально-технической базы образовательных учреждений, тем самым подготавливая новые кадры для своих промышленных площадок. Предприятия крайне заинтересованы, потому что им тоже нужны подготовленные работники, подготовленные в соответствии с теми требованиями, которые в настоящее время предъявляются этим предприятиям. Поэтому дуальная форма обучения или практикоориентированная, как мы ее называем, крайне актуальна в настоящее время. Как отметили в Минобре, налоговые послабления позволят вывести обе стороны на новый уровень взаимоотношений. Дарья Сударева, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.